И все сразу: «Ой, сейчас дед нам про писюльки все расскажет». Нет, мы будем аккуратненько, тонко, да, там сами уже понимаете. Всем привет! Сегодня у нас он и его фантазии о тебе. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Вам же не терпится? Итак, первый вариант. Семерка кубков. Суд. И туз жезлов. Ну, как же тут без туза жезлов, правильно же? Ну, смотри. Его фантазии о тебе, они настолько вот разнообразны, да, что порой он сам не может отделить, где реальность, а где вымысел. Вот ты в его мыслях словно, знаешь, вот загадочная такая героиня, которая вот каждый раз появляется в новом облике. И иногда он видит тебя вот нежной, там, заботливой, иногда страстной, неприступной, да, и в его голове ты играешь вот очень множество ролей. И каждый раз он находит в этом что-то новое, что его восхищает и притягивает. Да, я бы сказал про такие игры между вами, но не буду, поэтому вот так вот буду говорить. Ему нравится играть с мыслями вот о том, как могли бы развиваться ваши отношения в разных ситуациях. Будь то там романтический вечер на берегу моря, да, или там совместное приключение в каком-то незнакомом городе. Возможно, ты медсестра, он пациент. Ну, ты поняла, да, про что я? И вот эти фантазии, они придают его жизни яркости, эмоций. Особенно вот в те моменты, когда он чувствует скуку, да, или неудовлетворение от повседневности. Вот ты для него как неиссякаемый источник вдохновения и мечтаний, который он вот бережно хранит в своем воображении. Но эти фантазии, они имеют для него не просто вот мимолетно, да, они имеют для него особое значение. Они заставляют его переосмысливать и анализировать ваши отношения, понимаешь? Он часто возвращается к мыслям о вас, вот задумываясь, что он мог бы там изменить или улучшить в том или ином действии. И вот я слова подбираю очень корректно. И знаешь, вот это не просто мимолетные грезы, да, а скорее попытка понять, как вот ваши пути могли бы сложиться иначе. И он чувствует, вот, что ваши отношения, они имеют глубокий смысл. И он постоянно обдумывает, какое вот место ты занимаешь в его жизни. Его фантазии, они не лишены серьезности. Он видит в тебе кого-то, кто мог бы вот сыграть ключевую роль в его жизни. Да? Человека, с которым он мог бы пойти в важный жизненный путь. Понимаешь? И его мысли о тебе, они заставляют его думать, что нужно что-то изменить, да, сделать шаг навстречу, принять какое-то решение, которое кардинально повлияет на его будущее. И ты для него вот не просто объект мечтаний, да, а возможный ответ на его жизненные вопросы. Вот понимаешь? Но в его фантазиях о тебе всегда есть элемент страсти, да, нового начала, ну и просто начала. И он часто представляет, вот, как ваши отношения могут вот вспыхнуть с новой силой, да, наполненной энергией, желаниями. Туз жезлов — это же у нас туз огня. И ты вызываешь у него сильные эмоции, которые он не всегда готов признать даже самому себе. В его мыслях, ты знаешь, вот ты источник той искры, которая способна разжечь в его жезле. Понимаешь? Вот
Он мечтает о том, как вот вы вместе могли бы начать что-то новое, захватывающее, полное энтузиазма. И в его воображении ваши отношения полны динамики, движения, новизны. И вот эти фантазии, они дают ему чувство силы и уверенности, что он способен на что-то большее, если ты будешь рядом, понимаешь? Вот ты для него тот самый старт, который может принести ему любовь, да? Жизненный, вот это вот все. Ты, в общем, поняла, зачем я тебе объясняю? Ты взрослая девочка. В итоге его фантазии о тебе, они охватывают, вот знаешь, вот весь спектр эмоций, да? От разносторонних и ярких образов, которые ты можешь примерить на себя, да, которые вдохновляют его, до серьезных размышлений вот о смысле ваших отношений, да, да, там страстного желания начать все с чистого листа. То есть ты в его мыслях одновременно и мечта, и реальность. И он постоянно возвращается к этим мыслям, да, пытаясь найти в них ответы на свои самые важные вопросы по суду. А по тузу жезлов ты и так все поняла. Давайте перейдем ко второму варианту. Туз кубков. Повешенный. И паж жезлов. Ну смотри, в его фантазиях о тебе всегда присутствует вот глубокое чувство. Понимаешь? Он не просто думает о тебе, да? Он чувствует тебя. Вот он чувствует тебя, знаешь, вот всем сердцем, всеми вот фибрами своей души, понимаешь? Ты для него это не похоть, не вот это. Ты для него воплощение нежности и чистоты. И он представляет вот моменты, когда вы вместе, да? И каждый такой момент, он полон эмоций, которые вот переполняют его изнутри. И он видит вот вас двоих вот в самых разных ситуациях. Но всегда в центре его фантазии это ваше эмоциональное единство, понимаешь? То есть то, как вы открываетесь друг другу, как делитесь вот самыми сокровенными чувствами. Его сердце в этих фантазиях, оно, знаешь, не похоть, не страсть, нет, оно полно вот любви и нежности, понимаешь? И он мечтает о том, чтобы создать с тобой что-то особенное, вот такое вот наполненное искренностью, да, теплотой. И в его воображении вот ваши отношения развиваются вот в прекрасное яркое такое чувство, которое приносит радость и гармонию, причем двоим. И вот эти фантазии, они дарят ему ощущение, что он нашел вот в тебе что-то, что искал всю свою жизнь, понимаешь? То есть настоящее вот такое неподдельное счастье ты для него. Но в его фантазиях есть и такое вот, что заставляет его замедлиться, да, задуматься. Он чувствует, что вот ваши отношения, они требуют жертв, то есть какого-то внутреннего изменения, понимаешь? И вот в своих мыслях он часто возвращается к идее, что для того, чтобы быть с тобой, ему нужно что-то отпустить, отказаться там от старых каких-то привычек, взглядов, возможно, жены. И вот в этих фантазиях он видит себя на перепутье, где необходимо сделать выбор. Возможно, болезненный, но выбор неизбежный. И он понимает, что для того, чтобы достичь вот того идеала, который он видит, да, в своих мыслях о тебе, ему нужно изменить что-то в своей жизни. Это может быть страх перед неизвестным, да, перед тем, вот, что нужно будет отпустить прежние отношения, убеждения или даже часть своей жизни. И в его фантазиях ты вот та, ради кого он готов на эти перемены. Но страх и сомнения задерживают его на этом этапе, да, не позволяя сделать вот решительный шаг к тебе.
Ну, несмотря на все раздумья, сомнения, в его фантазиях есть и сильное желание начать что-то новое с тобой. Да? Он видит вот вас двоих в увлекательном приключении, где вот каждый день он полон открытиями, новыми эмоциями. И вот в его голове ты такой, знаешь, вот источник вдохновения, да, которое может вывести его из рутины, да, подарить новый смысл в его жизнь. И он мечтает вот о том, как вы вместе, например, отправляетесь в путь там, полный страсти, энергии, да, где каждый день приносит новые впечатления, радость. И в его фантазиях ты тот свет, который разжигает в нем желание жить полной жизнью. То есть идти вперед и не бояться рисковать. Он видит вас вдвоем как пару, которая готова бросить вызов всему миру ради своих чувств, ради своих желаний. И эти фантазии, они наполняют его вот уверенностью, понимаешь, силу дают ему. И он может вот достичь чего-то великого, если ты будешь рядом. Понимаешь? В итоге его фантазия о тебе, это, знаешь, это смесь глубокого чувства внутренней борьбы, да, и желания начать новую главу в жизни. И он видит тебя вот как источник любви и вдохновения. Но он понимает, что для этого ему нужно будет пересмотреть некоторые свои приоритеты и, возможно, пожертвовать чем-то важным. Ты меня понимаешь, да, про что я говорю? В конце концов, он готов сделать этот шаг, потому что ты для него значишь гораздо больше, чем какие-то сомнения, страхи и прочая ерунда. Понимаешь? Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик обязательно, оставляй обратную связь. И давайте мы с вами перейдем к третьему варианту. Тройка мечей. Туз мечей. И мир. Кто-то из вас занят, как говорится, да? Ну смотри, буду говорить мягко. В его фантазиях о тебе есть много боли, много сожалений. И он часто вот думает о том, что могло бы быть между вами, если бы все сложилось иначе. Эти мысли, они, знаешь, вот полны грусти, потому что он чувствует, что ваши отношения не развивались так, как ему хотелось бы, или не развиваются. Возможно, в его фантазиях вы, знаешь, вот столкнулись с такими трудностями или разочарованиями, которые оставили глубокие шрамы в его сердце, понимаешь? Он вспоминает те моменты, когда между вами что-то пошло не так. Возможно, это была ссора, недопонимание или третий человек. Понимаешь? Я давай вот это откину, что третий человек, если это так, то ты меня и так понимаешь. И вы не смогли это оба преодолеть, вот эти моменты. И в этих мыслях он видит себя уязвимым, да, раненым. То есть он переживает о том, что не смог защитить ваши отношения от разрушения. И эта боль живет в его душе, да. И, возвращаясь к ней, он пытается понять, что же он сделал не так. И как все могло бы быть иначе, понимаешь? Но его фантазии, они не останавливаются вот на боли и сожалениях, да? Он также представляет себе вот тот момент, когда между вами все станет ясно. В его мыслях появляется такая вот сцена, где вы оба наконец-то откровенно говорите обо всем. То есть о том, что произошло. И он мечтает о том, как вы вот, собравшись силами, да, раз и навсегда этот узел недопонимания и обид разрубаете, да, каким-нибудь топором.
И в этих фантазиях он представляет, как между вами происходит разговор, да, который приносит ясность и, возможно, новое начало. Он хочет, чтобы все было предельно честно, чтобы вы оба высказали все, что вот это накопилось. И, наконец-то, поняли друг друга. Этот разговор в его воображении, да, как очищающий процесс, который избавит от ненужного, да, оставит только суть. Только то, что действительно важно. И он видит в этом разговоре шанс освободиться от вот этих тяжелых мыслей, да, начать все с чистого листа. И он готов к этой честности, пусть даже она будет болезненной, да, потому что верит, что только так можно прийти к настоящему пониманию и, возможно, там к новой стадии ваших отношений. Ну, по миру понятно, да, в итоге его фантазии вот приводит его к образу завершения и гармонии. То есть он мечтает вот о том, что все вот эти страдания, поиски истины, они приведут к моменту, когда вы оба достигнете состояния внутреннего покоя и завершенности. И вот в его мыслях вы двое проходите через вот эти все испытания, да, и выходите на новый уровень, где уже нет вот это места прошлым ошибкам, прошлой боли и так далее. Он хочет все восстановить. И этот образ завершения в его фантазиях, да, это мир, который вот вы могли бы создать вместе, преодолев вот эти все преграды. И он видит вас как пару, которая нашла свое место в мире, где вот каждый из вас понимает другого на глубоком уровне, где нет место вот этой недосказанности или каких-то там тайн, да? И вот эта идеальная картина, к которой он стремится, картина, в которой вы оба наконец-то находите гармонию и целостность, понимаешь? И он верит, что вы могли бы достичь этого состояния, если оба будете готовы пройти через все вот эти испытания, да? Принять решение и извлечь уроки из прошлого и оставить это прошлое позади. И для него эта фантазия — это не просто какая-то мечта, это цель, к которой он хочет идти, несмотря на все трудности, потому что верит, что в конце пути вас ждет что-то действительно великое, великое вот и значимое, понимаешь? В итоге его фантазия о тебе — это путь вот от боли и сожалений, да, к поиску истины и, в конце концов, к обретению гармонии и завершенности. И он видит вас как двух людей, которые могут это все преодолеть и найдут настоящий мир понимания друг другу. Обязательно подпишись на канал, жмякай на колокольчик, чтобы уведомления получать, и переходи на мой Бусти, вот который ты сейчас видишь, и помни, что дед всегда рядом.